не последнее впечатление производит события двух последних дней, когда на наших глазах лидер и создатель этого режима фактически оформил, продемонстрировал переход в вассальное положение к другой стране. И, в общем, сегодня мы можем уверенно говорить о том, что Россия становится сателлитом в свою очередь. У нее есть сателлиты, но и она становится сателлитом другой державы, настроенной довольно безжалостно, довольно, я бы сказал, цинично и прагматично в отношении России. Никаких особенных чувств, как я понимаю, Китай к России, людям в России, истории России, культуре России не испытывает. Относится к этому как к чему-то, что можно там взять и использовать, и будут брать и использовать. А режим, собственно, вот, это последний его ресурс, он отдал себя в это рабство и нас всех вместе с собой предложил в это рабство.